Я в 129-й квартире живу. И, дорогие жильцы, хотел бы вам сказать, что сейчас постоянно, каждую ночь я просто не сплю ночами. И часто смотрю, приходит очень много бомжей. Бомжи, во-первых, чем они опасны? Я просто, дорогие сыны, чтобы вы поняли. Я понимаю, что консолидация не получится у нас коллективной, потому что это речь идет вообще относительно как бы, консьержа. Но надо сдавать деньги. Сейчас я вернусь к этому. Единственное, вот хотел бы сказать, что, значит, бомжи чем опасны? У них педикулез, то есть это вши, понимаете? Они больны сифилисом, больны проказом. Все это на наших лестницах остается, все это летит к нам в двери, все это летит к нам в квартиры, понимаете, в чем дело? Поэтому надо поставить консьержа. Михаил из 32-й квартиры мне написал, что, говорит, это я вам гарантирую, это я соберу деньги. Это, нет, ну, найду человека, который будет сидеть. Значит, надо 30 тысяч примерно рублей. Человек, чтобы он запирал. Человек, один подъезд, шестой, пятый отпирал, два раза в ночь делал обход. Это значит, по 450 я посчитала, по 450 рублей где-то это идет. Но Михаил из 32-й квартиры говорит, что это невозможно сделать, потому что масса отговорок людей, как говорится. Будет масса, так называемая, это, я уехал, я все. И, значит, консьержа не будет, значит, будет педикулез. Если консьержа не будет, будет венерические заболевания у нас на лестнице. Поэтому я посоветовал жильцам сейчас, вот, как бы, ну, не только, вот, понимаете, в Америке сейчас вот продают оружие. И каждый говорит, my house is my castle, вы понимаете? А у нас вот, это коллективное, понимаете, вы дождете, что бомжи будут врываться в вашу квартиру и там гадить, понимаете, педикулез, во-первых, и венерические болезни. Так что я очень хочу прислушаться, но я обращаюсь к старше по подъезду. Пожалуйста, давайте выберем человека, который будет обходить квартиры, собирать деньги, и чтобы у нас сидел человек. Так посоветовала полиция, понимаете, которая приезжает сразу на раз. Но, вот, понимаете, это совет полиции, что если здесь близость вокзалов, понимаете, идет, и по-любому, а зимой, она говорит, вообще невозможно их выгнать, потому что они замерзнут и помрут. Понимаете, в чем дело? И что у нас здесь, богадельня, или что, мы в каком правовом государстве живем, или что? Что?